Продолжить сотрудничество, которое округ и Республика Коми ведут уже не первый год, так обозначил цель визита в наш регион глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. В этом году, стала развиваться очень стремительно тема, которая для наших субъектов очень важна. Это тема Арктики, арктической зоны, потому что Республика Воркутой тоже вошла в арктическую зону. Для вас это вообще, основа. И у нас действительно сегодня добавочно появляется очень много вопросов, которые можно было бы разрешить и для пользы округа, и для пользы республики, только объединив усилия. Потому что у нас, на самом деле, очень тесные связи, не только транспортные, но и экономические. Нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос строительства автомобильной дороги на Ринмар-Усинск. И мы знаем, что наши добрые соседи продвинулись своему отрезку автомобильной дороги, провели концессионное соглашение. Мы, соответственно, в этом году тоже начинаем уже физическое строительство автомобильной этой дороги. Поэтому, на мой взгляд, дорога – это задача наша общая и задача номер один. После встречи в аэропорту главы субъектов отправились в культурно-деловой центр «Арктика». Там Игорь Кошин и Вячеслав Гайзер представили руководителей ведомств. В составе делегации Республики Коми прибыли профильные министры, заместители и представители различных сфер. Впереди их ждет много рабочих встреч.